Почти 400 школьников Тобольска, а также Увацкого и Вагайского районов собрались на молодежный форум «Сибур» и ТМТ «Территория новых возможностей». Его цель – профориентация учеников и популяризация профессий, востребованных в нашем регионе, в том числе и на Тобольской промышленной площадке. Только на заводе «Запсиб Нефтехим» через 3 года потребуется 1500 специалистов. Ими могут стать те, кто сейчас сидит за школьной партой. Нас больше, конечно, интересуют аппаратчики, автоматизация системы на производстве, электромонтеры. Прошлый год показал то, что ребята приехали к нам с отдаленных территорий Увацкого района и Вагайского района и поступили именно на те направления, которые сейчас реализуются совместно с компанией «Сибур» с элементами дуального обучения.